Международный IT-форум продолжает удивлять обилием новинок. Так, внимание гостей привлек стенд нашей телерадиокомпании. Его лично отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забазлаев. Ему показали передвижную HD-телестанцию. Благодаря ей югорский зритель в реальном времени может увидеть, к примеру, хоккейные матчи. ПТС собрали силами телекомпании. Инженеры придумали, как разместить оборудование, распланировали пространство. Цифровая аппаратная включает 7 камер. Внутри автомобиля, как правило, находится режиссер, звукорежиссер и инженер по камерам. Пока это единственный случай в России, когда телевизионщики реализуют, телерадиокомпания реализует самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.